Цифровое сияние. По таким названиям проходит ежегодный конкурс компьютерной грамотности среди людей высокого возраста. Мужчины и женщины соревнуются в знаниях программы Microsoft Word, навыками работы в сети интернет и умением печатать на клавиатуре. С 2011 года в Центральной библиотеке города открыт компьютерный класс для людей высокого возраста. Желающих познать грамоту молодых обучают азам работы с компьютером и всемирной сетью интернет. Оценивают достижения и отмечают успевающих руководителей класса каждый год на конкурсе «Цифровое сияние». Все, кто прошел обучение, получили заряд такой уверенности в себе. Казалось бы, сложная техника, да, с возрастом. Ничего подобного. Они получают удовольствие от того, что они образовались в какой-то степени и могут теперь владеть, и в интернет зайти. Ну, возможности очень широкие появляются у них. Раиса Палкина ходит на курсы с первых дней работы класса. Уже может похвастать первыми результатами своих стараний. Посредством компьютера регулярно связывается с родственниками из других городов. Всю нужную информацию старается добыть из необъятного интернета. Это быстро и удобно. Большие возможности. Так что я вот, например, могу записаться в больницу через компьютер. Ну, в скайп сразу же я постаралась поставить. И через скайп, например, своего правнука я первый раз увидела только по скайпу, потому что они в Архангельске живут, а я в Нарьян-Маре. Вот так. Очень хорошо, компьютер очень помогает. Несмотря на приобретенные знания, готовиться к конкурсу взрослым ученикам помогали. Кому дети и внуки, кому работники библиотеки. Сюда приходили, девчата нам помогали, подсказывали, готовили. А дома вам помогают кто? Дома дети, дети ведь как помогают? Если я не понимаю, начинают нервничать, поэтому я понятно, что помогают. Самыми продвинутыми в компьютерной грамоте стали Галина Безумова, Нина Лисицына и Майя Томилова. Они получили планшеты, чтобы и дальше совершенствовать свои навыки. Помимо этого, победители представят Ненецкий округ на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Москве. Алина Вучейская, Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».